меня Эльбрус Байдыгин Эльбрусович. Ученик 2 М1 класса школы гимназии номер 70 города Бишкек. Поздравляю всех с Днем Победы и посвящаю ветеранам стихотворение. Наши деды подвиг совершили, от фашистов родину отбили. И неважно, сколько лет пройдет, подвиг их в сердцах у нас живет. Вспомним всех, кто не вернулся с боя. Молча вспомним их, конечно, стоя. Вечный же огонь пускай горит, им одно спасибо говорит. И ликуя флаги поднимая, выйдем на парад победы в мае. Незабытый подвиг и цена, с праздником победы вас! Ура! Это мой прадед, Соломон Беков Халы. Он участник Великой Отечественной войны. Он был капитаном разведроты. Спасибо деду за победу. Посвящаю всем героям и участникам Великой Отечественной войны песню «Смуглянка». Да, клёв, грявый, да раз, грявый, знай.